Стиль – это способ сказать, кто ты есть, не используя слов. В эфире самая модная программа «Fashion is our profession» и я, ее ведущая, Ксения Голд. Сегодня в программе мы познакомимся с фотографом Дарьей Ремеевой и узнаем, как создавался фото-арт-проект для белорусского павильона Экспо-2020 Дубая. А также отправимся на бизнес-встречу Forbes Women Belarus Awards. Привет всем, меня зовут Даша, и сегодня мы будем делать фотосессию по образу Ефросини Полоцкой. Давайте посмотрим, что у нас получится. Начинаем. Кадр на меня. Вот красиво вот это вот все. На мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Впереди еще очень много интересного. Мода – это не бренды, это стиль. Смотрим следующий сюжет. Я заместитель директора клиники «Хиневич Компания». Это центр эстетической медицины, пластическая хирургия. На мои плечи упало все. От закупки оборудования до бахил. Женщины смотрят на меня и хотят быть такой, как я, выглядеть такой, как я. Ну, а мы, конечно же, помогаем в этом. Женщина Forbes – это женщина, которая любит свое дело, и это дело приносит свои плоды. Мне еще никто не предложил заплатить за первое место, это уже нравится. Я представитель бьюти-бизнеса. В данном бизнесе я нахожусь уже порядка 8 лет и 6 лет нашему Дому красоты. Данная индустрия представлена абсолютно разных направлениях. Это перманентный макияж, косметология, сфера парикмахерских услуг, ногтевого сервиса. Но в период 2021 мы трансформировали свой бизнес, внедрив еще несколько очень интересных направлений. Это производство товаров в бьюти-индустрии, а также одежда. Ну и, конечно же, мои уникальные продукты – это онлайн-школа. Не только для мастеров перманентного макияжа, а и для женщин. Женщин, которые хотят жить своей красивой жизнью. И для меня вот это роковое событие, оно стало толчком. Потому что у каждой из нас может быть больше, нежели мы себе можем представить. Мы колесили по миру, я стала известным тренером по перманентному макияжу мирового уровня. Я ездила с обучающими программами в США, Италии, Германии. Я видела, что огромное количество бизнесов в данной сфере деятельности берут мою концепцию за основу. И мне это льстило. Меня зовут Мария, мне 29 лет, 24 года я открыла агентство недвижимости. И на сегодняшний момент штат моей команды насчитывает более 100 человек. Не пропустите вот это время, когда у вас еще глаза горят и вам действительно хочется продолжить.
этим заниматься? Женщина Forbes какая она? Очень хороший вопрос. Мне кажется, что она красивая, уверенная, счастливая и богатая. Но я буду рада, мне кажется, я ее заслужила, поэтому кто, если не я? У меня всегда был такой вопрос в голове, поэтому я буду рада этому. Ко мне приходят на занятия. Я показываю комплексу. А дальше можете отрабатывать сами. Здесь уже дело каждого человека. Все дыхание основано на базе, да, наша диафрагма. Поэтому, когда мы перед тем, как начать говорить, в первую очередь мы начинаем работать с дыханием, потому что нам нужно поставить точку опоры. Меня зовут Екатерина Сакович, я тренер по дизайну голоса и раскрепощению перед камерой. Уже более 10 лет я работаю в сфере фэшн, и сегодня я шеф-редактор журнала о моде Fashion Collection. Женщина Forbes – это успешная женщина, конечно же. Это уверенная в себе женщина, которая занята с утра до ночи. У нее есть дети, у нее есть семья, у нее много обязанностей. Она очень занята. И она прекрасна тем, что она может позволить себе быть и там одновременно. А еще она может позволить себе отдыхать. Мероприятие чудесное, замечательная вообще идея. И после последних реалий пандемии, это, что мы встречаемся в офлайн, это вообще прекрасно. Встретить старых друзей, познакомиться с новыми людьми, услышать про открытия, действительно, какие-то новшества, у кого уже есть бизнес, особенно женский. Это прекрасно. А наша программа подошла к концу, и у меня к вам новое домашнее задание. Следите за своим здоровьем, ведь сейчас это важнее моды. Пока-пока. Помощь бывает разная. Слушать и слышать, когда в этом особенно нуждаются. Объединить тех, кто вместе может сделать больше. Доставлять то, что жизненно необходимо. Говорить простыми словами о трудном. Помогать тем, кто помогает всем нам. Быть благодарным и причастным. Каждый из нас может стать тем, кто не остается в стороне, кто действует во благо. Вместе мы сможем. Помогай с нами. Проведи лучшие моменты жизни в спа-центре отеля «Виктория». Бассейн, финская сауна, хамам. Косметические процедуры, спа-уходы за лицом и телом, маникюр, педикюр, модные стрижки, окраски, лазерная эпиляция, профессиональный массаж, стоун-терапия, солярий. Побалуй себя и получи гамму приятных ощущений. СПА-центр отеля «Виктория».